художник Полонский Михаил. Уже 10-й раз участвую в выставках, карикатур международной выставки. И сегодня я присутствую на выставке карикатур, посвященной интернациональному общению людей. И я хотел передать любовь массы людей к спорту, к моде, к музыке. Это должно быть вместо стремления воевать, бороться друг с другом. Это дает силу для жизни. И вот эту тему меня заинтересовала. Я посвятил свою карикатуру такой теме. Отношения людей, добрые отношения, мирные, хорошие отношения людей между всеми странами, чтобы стремились к миру, а не к войне друг с другом. И поэтому я вот представил такую работу на этой выставке. Спасибо.